Приветствую всех. Я Сергей, и в Америке я всего 2 месяца. Путь сюда был, конечно, такой интересный. Моя жена в 2008 году была здесь в гостях у своей мамы и впервые побывала здесь на энкаунтре. Ее привезли сюда как бы, скажем так, немножко в неведении, она не знала, куда она едет. Но мы были на тот период в церкви баптистов и как бы такие немножко религиозные, ну как немножко, по полной. И когда она сюда попала, дух ее тут скосил напрочь. Она приехала домой измененная, тут, конечно, я ее в улице такой встретил. Духовная война была сильная. Она молилась за меня год, наверное. И когда силы уже как бы оставляли ее, она сказала Богу, я, говорит, больше ничего не могу делать. Сделай ты сам, что ты хочешь с ним сделать. Как только она это произнесла, в мою жизнь ворвалось изменение. Я сам не ожидал, что был, что со мной что-то может произойти. Мы попали в нужную церковь, которая тоже имела свое видение. Она заразила меня. Я имею видение. Сюда я приехал для того, чтобы подкорректировать его. Потому что были моменты, когда я падал, вставал, вновь двигался. Когда я только покаялся, у меня было видение, сон. Я буду говорить как сон, потому что был сон. Я в своем родном городе, там в России, шел как бы на работу к моей жене, она была продавцом на рынке. И когда я зашел на рынок, я вижу, что рынок совсем иной. Это было место примерно, когда был Иисус. И я увидел юношу, который стоял за столом, у него ничего не было. Я подошел и спросил, как и что тут, где. Он просто мне достал какой-то предмет, я не помню, что именно было, но в виде креста. Он дал руки и показал, говорит, иди туда. Все, я пошел. И когда я шел, я знал свой город, как бы, но я видел его, помню, как я двигался. И тут я вижу, что в руках у меня ничего нету. Я просто развернулся, чтобы идти и найти ту вещь, которую я потерял. И что произошло? Передо мной начала гореть земля. И появился этот враг, дьявол, который был в обличье пса, такого, как бультерьер, с просящими такими красными глазами. Он мне вцепился в горло и просто повалил меня на землю. Я, честно говоря, испугался. Жена потом говорит, ты очень сильно кричал. Я, говорит, не знал, что с тобой было. И просто я на тот период просто начал молиться. Появился тот же юноша рядом со мной, он отогнал его, эту тварь. И говорит, что же ты теряешь, то, что я тебе даю? Я тогда понял, что это был сам Иисус. Я говорю, Господи, что мне делать? Он говорит, ничего, тебе не надо, говорит, возвращаться на прежние свои ошибки какие-то, которые там оставил, то, что ты теряешь. Он говорит, мелочь, двигайся вперед. И когда мы должны были уехать сюда из России, все складывалось так благополучно, что Бог нас начал благословлять. Мы как бы, мы недавно во Христе, но мы получили статус беженца. Я не знаю почему. Я тогда Богу сказал, я говорю, Господи, если это от тебя, если это нам надо, ну ты сделаешь, как все будет. Я приму в любом варианте, как это все. Бог сделал, что мы получили статус, мы приехали сюда всей семьей. Я знаю, что многие из этой команды, из этой церкви молились за наш приезд, потому что наша мама была в этой церкви. Мама жены. И когда мы уже сидели на чемоданах, через 2 дня был самолет, получилось так, что прошлый энкаунтер я должен был быть здесь. Мы записались, все. Но нам позвонили, я не знаю, с какой причины, и сказали, что вы никуда не летите. Мы были в шоке, конечно, взяли с женой пост, 2 дня. Мы получили ответ, все будет хорошо. И через 2 дня нам позвонили, сказали, все нормально, вы летите. Но единственное, что мы опоздали на тот рейс. Но я сказал, ладно, не тот рейс, так этот. Ну, приехал. И по дороге сюда уже, когда я ехал на этот энкаунтер, дьявол опять же мне какие-то ставил препятствия. Я еще не очень ориентируюсь по Америке. И
Этот путь у меня первый такой длинный. И буквально 5 майлов до сюда я потерялся. Я не знал, что мне делать. Я как бы кружился на одном месте, не знал, куда мне двигаться. 2 часа я накрутился. Я встал просто и говорю: Господь, я уже все, не знаю. Вот я готов развернуться, уехать обратно. Если ты, говорю, хочешь, чтобы я попал туда, сделай так, чтобы у меня, ну, встретился человек, ну, который объяснит. Хотя я языка не знаю. И тут, ну, все говорят на английском языке. Я немножко вернулся назад, на населенный пункт, где там лесопилка какая-то. Стоит парень, я просто подошел, я показывал ему. Я говорю: мне надо вот этот адрес, помоги мне. Он говорит: такие. Пошел, ну, на компьютере мне карту распечатал, говорит: тебе надо 5 майлов проехать, 5 минут. Я говорю: окей, понял. И приехал сюда, я увидел, да. Слава Богу, я приехал. Уже здесь я еще, конечно, не полностью осознал, что и как мне сегодня в эти дни Господь дал. Я знаю и уверен, что я что-то получил. И это скоро, оно явится в мою жизнь довольно-таки ярко. Потому что это уже было когда-то. Я верю, что вновь будет так. Ну и что еще? Я получил исцеление. Аллилуйя. У меня было немела нога. Я был здесь у доктора, он сказал, у тебя где-то защемлен нерв, то есть через спину, спина часто болела. И буквально 2 месяца вот у меня немела нога и болел сустав колени. Чтобы подняться мне с колен на ноги, и не было никаких щелчков, там ни разу такого не было. Сегодня я садился, вставал, и слава Богу, все прошло. Вот так вот наше свидетельство, слава Богу. Меня зовут Илюха, я с Портленда. И приехав на этот энкаунтер, мне сатана приехал много в моей жизни, у меня были зависимости. Но приехал на этот энкаунтер, я чувствовал сам себя грешником, чувствовал сам себя подло. И сатана мне конкретно приехал всю мою жизнь, кто я есть. И сегодня на последней молитве я почувствовал, когда за меня молился Сергей, я почувствовал, что была победа. Вот весь энкаунтер, я знал, что я побеждал. Но на последней молитве я просто увидел свет, и я знал, что это пришла победа. Победа в моей жизни. Первый раз, который я конкретно почувствовал победу. Даже мне так накрыло, что мне голова начала кружиться. Мне так Дух Святой посетил, что мне так даже, когда я раньше долбился на наркоте, мне так даже наркота не вставляло, как мне Дух Святой вставил. Я знаю, что сатана мне всю жизнь брехал, что я какой-то последний говнюк, но я знаю, что я лев в духе. Ему слава. Здравствуйте, это братья и сестры. Я сюда уникальным случаем приехал, как-то Андрюху увидел там по телеку. Еще до этого видел там золото, перья, все эти проявления, так, ну, самоотделенный баптист, короче. Покаялся на зоне, искал Бога, правда, живого, и это, видел пример моих родителей, то, что я не видел в церкви, они служили там, наркоманам помогали, чудеса, слава, я хотел то же самое, живого Бога. Я пошел в один баптистскую церковь, там у нас, меня дед учил, как ходить по-духовному, приседать 2 руками, как правильно передвигаться, смотреть на людей благоговейным видом. Короче, не буду рассказывать. Мне все это запарило. Я услышал Андрюху, и поэтому вот его свидетельство, я начал смотреть, такой, вау, и у меня то же самое было. И потом я, короче, у меня друган был, типа Хари Маты. Я такой в костюме, все крутой. Там у нас пастор, молодец, духовный. А он там в джинсах, в рубашечке там, попал уже, поделал, типа. А я говорил: Бог, если ты реальный, короче, покажи мне. Молился. И через него Бог пророческие видения давал. Такие, что у меня крышу снесло. Он мне рассказывал, там, вау, пацана избили. Но он боялся ему сказать. Потом все случилось. Такие вещи я увидел в этой церкви, ну, полную жопу, извиняюсь. Полную ноль. Ну, вообще, дерьмо, короче, ничего нету.
а у него там, он поет, танцует, аллилуйя, я еще так осудил немного его, короче, мяч, он там подпрыгивает, что смиренно не может славить Бога. И мне Бог показал, что вот, смотри, то, что в деяниях, в апостолов, это натуральные вещи. Но я потом сказал, Бог, а что у меня этого нету? Окей, у него есть, а теперь я хочу. И я когда это сказал, это самое, я там прочитал пару книг духовных, нормальных, пошел там попроповедовал, короче, возгордился, упал, попал на зону, встал опять, пришел в церковь, пастор мне сказал, короче, я говорю, давай я буду проповедовать, нас же так учили все проповедники, братья, эти сестры спасутся через чадородие, короче, а братья через проповедь. Мы не знаем. Мы же должны свидетельствовать, елки-палки. И, короче, я свидетелем был, только не видящий славы Божьей. И, короче, когда я упал, он, и пастор мне говорит, забудь про проповедь, иди общайся с Духом Святым. И я такой, с Духом Святым? Как я буду с ним общаться? Сам вообще не знал, что... Но я знаю, Дух Святой, там, языки, там, не знаю, проявления какие-то, там, чудеса. Я говорю, окей, пойду. Надо же быть смиренным, послушным. И хорошо, что это сделал. Полгода молился, постился, искал Бога. Мне все запарило, все надоело. Все это дерьмо религиозное, короче. Меня потом, вау, я пастору сказал. Он мне говорит, что ты не хочешь в церковь? Я говорю, да тут полный отстой. Потом на меня такой, ты что? Ну, я, может, неправильно, я просто правду сказал. Тут полный отстой, ничего тут нет. Он говорит, ну, ходи. У нас же классные проповеди там, а жена говорит, ну хоть детей надо в церковь водить. Ну, слава Богу, там американская церковь классная. Там Джерми к нам приезжал, Нелсон, там рядом. И, короче, когда я это все прошел, полгода молился, и Бог пришел, открылся в славе Бога. Такие вещи были, что я потом возгордился. Я видел славу Бога в своей жизни, трое людей получили свободу. Дух Святой на них сошел, даже на ту, которая смеялась над Богом. Ее так накрыло, я потом такой, вау, я крутой. И Бог показал, что у меня гордыня. И я потом, мне так тяжело было бороться с этим. Депрессники пошли. И я шел вот так вот. Мне Бог открыл, я видел слово знание в моей жизни. Все эти исцеления. Но я ни одного не хватало, это знать самого Бога. Знать его как любимого, папочку. Я наслышался столько о нем, откровения читал. Я все время молился, молился об этом. Бог мне чуть-чуть приоткрыл там на одной конференции. И как бы враг потом опять украл. И все на чувства, как бы. У меня там друг, духовный наставник в Массачусетсе. Он ходит пьяный, там колбасит, бим-бум. Там на мусульмане каются, потом его там обсирают по всему телевизору, по газетам. Неделю там ползает до Бога, говорит, Господи, как мне делать дальше? Я такой, вау, у меня ничего нету, полный отстой. И я на этом, мне дьявол поймал, и я, короче, пошел постепенно в депрессняк. И Бог мне говорил через сон и говорил так, что ты отходишь от моего сердца, от близости со мной. Я начал заниматься бодибилдингом конкретно, ну опять. Я занимался на зоне там, начал заниматься, короче, это самое, ну, думаю, короче, я смотрю, еще Андрюха, он занимается, что, мне нельзя, что ли, там, пару пастырей, боксеры, вау, пойду браться, короче. Ну, Бог так сделал, что у меня проблема, короче, и я не могу, эта проблема у меня балансирует, я как бы, Бог меня не отпускает, я не могу назад идти. Ну, пережить его первую любовь, это то, что я хотел. Я в последнее время упал, я чуть не зарядил одному, хоть пастырю хотел зарядить, слава Богу. Здесь я получил свободу, я его хочу обнять. Я ему хотел врезать конкретно. Он мне достал. И, короче, бывает лучше с пастырями вот один на один не говорить. Тут думает, сейчас же Павлом говорю, лучше не говорить. Как скажет от духа, потом плохо будет, отходняк такой. У нас тоже такой пастырь, ну, строгий такой, но в духе чисто, вау, как сказанет, значит, плохо станет, ну, если посвященный. И, короче, я уже чудом как-то сюда попал, мне там
Вика звонит, она приезжала. А я раньше думал приехать сюда, ну это может чудеса какие-то. У меня бабла нету, семья, жена, дети. Я, короче, это самое, пиццу возил там. И уже все, там пацаном чуть не подрался, Бог не остановил, я молился. Уже злость во мне была там. Я уже все, как будто от Бога все, его отошел уже полностью. Там таблеточку выпил, перкассетик от боли, типа, ну, забыться хотел от депрессии. И начал оксикодон употреблять, такие слабые наркотические, но если много, то их накрывает. Уже 2,5 недели, ну, внутри все кричало, что ты делаешь, ты что прогоняешь, это тебе не надо. Я уже сказал, все, короче, и как раз энкаунтер это. И попал сюда, и я думал, я думал, мне Бог так накроет здесь. Хотя мне раньше Бог показал, что дело не в церкви, ну, не в каких-то людях там отдельные. Мне... Один раз я был в одной церкви, я думал, через, может, Хэдди Бейкер кто-то слышал, через нее Бог меня коснется от депрессии, унылого духа. Ну, я проходил такие атаки, что я не мог. Я сказали, кто в депрессии, я выбежал. Там встал на колени, она рядом прошла, помолилась за всех практически. А меня такой, я говорю, Господи, за меня помолись, пусть за меня помолятся о депрессняке. Реально, говорю, Господь, мне вообще дурно так. Она даже в вазу не посмотрела, мне так еще так обидно стало. Какая-то женщина подбегает, так обнимает меня, я ее не знал даже. Говорит, папа тебя так сильно любит, раз 10-15 сказала. И меня так накрыло, я не знаю, вау. Я встаю, мне все светло, говорю, куда ты? Сюда, у тебя помазание. Короче, и потом враг начал... Как бы на чувства, мне сильно на чувства. Вот здесь тоже нельзя попасться. Все, я не чувствую Бога, Он отошел от меня. И вот здесь я вот попадать начал. А Бог, как бы Он сначала учит, Он дает помазание, чувства. Это классно все, но потом жизнь веры. Мне нравится Кеген Хейген, он говорил. Там к нему пришла одна, говорит, я не чувствую, а он пришла стучиться к нему. И короче... А он думает, у нее какие-то грехи в 3 часа ночи. Она говорит, ну, говорит, что с ней? Что с тобой? Она такая, да я не чувствую Бога уже там 3 года. Такой, что с тобой? Не понял, ты меня из этого сбудила. Ну, я своими словами. Говорит, если бы я Бога чувствовал, я пол церкви бы, наверное, пол проповедей не приходил. И он сказал, я просто верю, что Дух Святой во мне. И Дух Святой на него сошел и дал пример. Что не надо, просто верить, как бы. Я вот приехал сюда, и я ничего вообще не чувствовал. Я ободряю тех, кто не чувствовали, но я знаю. Я видел славу раньше Божьей, но это все по-разному. Это все старое, как бы, это классно. Но я хочу новое, я верю, что будет новое. Это мне дало заряд. Даже просто... Бог в последнее время мне говорил, живи словом, двигайся и... Но я все равно смотрел, потому что я наркоман бывший, мне хочется кайфовать. Но я понял, как бы внутри, что просто поставить эту цель, как бы тебе тяжело не было двигаться, хоть ползи ты до этого, до креста Бога и говори Ему. У меня раньше такое было, я говорю, Господь, я уже все. И Господь приходит. Я не ходил ни к пастору, ни к мастеру, просто сам Бог приходил и поднимал. Просто люди бывают, когда говорят, есть цель, ну, Бог открыл. Я такой, вау, у них будут такие проблемы. Но это надо делать. Я ободряю всех, что не сдавались. Меня зовут Яков. Я приехал из Канады. Мы собрали весь наш братский совет и приехали сюда. У нас всего 6 человек. И на основании, что мы хотели искать Бога, у нас маленькая группа была, и та поделилась, потому что многие не хотели дальше двигаться. Узнал я вас по CML, я первый раз это услышал, потом смотрю, там есть, можно скачивать проповеди. Мы еще тогда были в 50-й церкви. В церкви мы пробыли примерно 27 лет. Ну, как вы все знаете, что там жизни не было, но всегда говорили, надо идти вперед, надо, а никто не действовал.
И потом, когда мы эти проповеди начали слушать, у нас вопросы много появились. И каждый раз, как вопрос у меня был или у моей жены, нам надо было просто включить проповедь. Нам все равно было, какую проповедь включить, и нам был ответ. Я это не понимал, думаю, как это так? Что это получается? Думаю, у меня совсем вопрос, который никто не знает. Мы говорим с женой. Включаю проповедь, я же просто говорю, вот какую сеть возьму вот эту. Ответ на мой вопрос. И просто потихоньку нам Бог трансформировал просто наш ум, наш разум. И мы поняли, что в этой церкви нельзя Богу служить, надо уходить. Тоже было тяжело у нас. Мой отец тоже был пастором, и мой брат пастор, и дядька Дишев, епископ, и все такие, ну и, конечно, смотрят все на тебя, как. Я молодежь вел, пришлось все оставить, все бросить, и я говорю, я хочу Христа искать. Ну и вот так вот, потом услышали про энкаунтер, здесь что будет. Я уже один раз проходил, тоже, слава Богу, Бог много показал, очистил. Ну и сюда просто мы приехали, чтобы получить от Бога видение, встретиться с Христом. Я всегда искал Христа, но я это не понимал как-то. Думаю, ну, все-таки чувства все были, желания, стремления, все было в ту сторону. А когда я последнюю проповедь услышал, я понял, я как раз этого хочу, чтобы моя, все мои ДНК было трансформировано, чтобы не я оттуда вышел, а оттуда просто другая личность вышла, чтобы Христос мог действовать. И вот это желание меня сюда привело. Я здесь получил очень много благословений. Я одну картину получил очень уникальную. Когда брат крест держал, ну, нам сказали, так, ходить вперед, я тоже так вышел. И получилось так, физически просто за крест встал. И как была проповедь, что надо за крестом, а с этой стороны тогда сатана. Я просто видел, смотрю, сатана прям подходит сюда, и молниеносно так, раз, и Христос стоит, и крест, а я за крестом. И мне это так подбодрило, что Христос всегда стоит рядом. Привет, я Каролис, я литовец, живу в последнее время в Бельгии. Ну, это мой второй энкаунтер. Первый я проходил в Германии 2 года назад, тоже там Г-12. Немцы тогда только начинали. Ну и вот, после этого энкаунтера я там получил конкретное освобождение. 2 года все-таки срок, освободился от депрессии. Когда больше не было, захотелось жить и что-то делать для Господа. Вот. Тоже избавился от порнографии, там, анонизма, это все. Ну, 2 года, я думаю, это уже срок нормальный свидетельствовать, что этого не было. Вот. Но 2 года я все маялся, а правда ли это, правильно ли это путь. И просто там, ну, смотрел и то, кажется, и те правильно говорят, и те правильно говорят, говорят, вроде и по Библии, и вроде все правильно. И вот последние проповеди Андрея, отсоединение от демонического мира, вот я именно понял, в чем дело, понял, что одни двигаются по букве, в смысле, они вот как бы застряли, как вот фарисейство застряло во времена Иисуса. А вот другие двигаются по Духу, в смысле, что Дух Святой должен учить, как Иисус сказал, что я вот пришлю вам Духа Святого, который вас всему научит. И вот именно это меня освободило, и я понял, где дорога, и что я должен искать именно Бога, Духа Святого, чтобы Он меня учил, и что мне не нужны какие-то там какие-то люди, и что мне нужен Бог. И я иду к Богу, и вот приехал опять на энкаунтер, и я думаю, я очень освободился от
всех этих лжеучений, лжерелигий, и слава Богу, в общем, он ведет, и я думаю, это начало большой дороги. Спасибо. Меня зовут Леонид, я живу в Спокейне, штат Вашингтон. Короче, чуть-чуть о себе расскажу, как я пришел. Я пока со 17 лет пришел, Бог меня просто призвал. Без всяких там проблем, там, болезней, ничего. Просто пришел, Бог открылся мне, я пришел. Но потом как-то у меня так получалось в жизни, я часто падал, поднимался, не знаю что, но получалось, как праздник 7 раз упадет и 7 раз станет. У меня постоянно было и падение, и подъем, падение, и подъем. И последний раз, когда уже было такое, что я в сердце сказал, все, я ухожу в мир, я не могу, да, Господи, я не могу рваться. И Бог меня просто буквально через некоторое время поднял. Я 4 года пошел в инкаунт, 4 года служил Богу, знаете, духовный рост был. Я из показа баптистов, потом пришел, Бог открыл продукцию, писяльки, потом харизматов рос, но я чувствовал. Потом приходило, это все тупик какой-то, знаете, все. Я останавливаюсь, я просто не могу дальше двигаться, такое ощущение, как будто все, я не могу лицемерить, я не могу или служить Богу, или меня назад спаивало обратно. И пришел такой момент, я сказал, Господи, я ухожу от Тебя, мир полностью, я даже не знаю, когда я буду каяться, все, я решил. И чуть-чуть прошло время, и Бог, поднял меня, восстановил. Я 4 года служил Богу, я еще раз повторю. Потом прошло время как-то, я опять упал. Я чуть-чуть пропустил. Я остановился духовно опять, я еле уже, я не рос духовно, я это чувствовал. И я помню в этом периоде еще, когда я стоял, я на интернете, это есть инвикторы, да, инвикторы.org, да, я там слушал проповедника, там новости смотрел, и как-то я увидел Андрея Шаповалова, думаю, что за Андрей Шаповалов, сначала думаю, кто он такой? Не слушал, а потом думаю, ради интереса, дай клыкну, и все, у меня зацепило. Что-то такое, чего вот по моему духу, знаете, оно начало утверждать то, что Бог мне открывал. И я просто, это значит, не я только такой, значит, есть такое, значит, это по-настоящему. И много чего начало трансформироваться внутри, много получил. А потом как-то тоже, я не знаю, так получилось как-то. Я приехал, был этот, у вас первый гость, как его зовут? Джефферсон, да? Джефферсон. Да, я не помню точно, как его. Я приехал сюда первый раз, просто в Мэшн Центр. И классно служение, все. И он молился о новом уровне. Тогда помните, да? Выходите всем, я буду возлагать руки, и у вас будет новый уровень. Я вышел к нему, он так посмотрел на меня, говорит, пройдешь через огонь. Я не знаю, что, после того, как-то меня начало рвать вообще внутри. Я приехал, я почувствовал, что я получил новый уровень. Я вообще стал совершенно внутри другой. Я не мог этого перенести просто. Я приехал себе в церковь, вообще чувствую, смотрю на других, это не моя семья, мои где-то там. Знаете, в духе как будто... И такие все перемены начали происходить, и депрессия, такое давление, месяц или полтора на меня где-то давило. Я не выдержал, опять свалился, и не знаю сколько там, потом коротко поднялся, опять свалился. И все равно временами я, даже неверующий, будучи оступившись от Бога, я включал это интернет и слушал проповеди Андрея. И складывал сердце, думаю, оно мне пригодится, я поднимусь. Я своим друзьям там бухал, отдыхал, все. Но я никогда себя с ними я никогда не верил, что я буду с ними. Я знаю, что всегда Бог меня поднимет потом. И последняя проповедь, которую Андрей проповедовал, встреча с Иисусом, да? И я так уже тоже включил, думаю, все, я больше не буду слушать, потому что после каждой проповеди почти меня колбасит потом, дьявол рвет меня, и я думаю, все, сколько можно внутри мучиться, надо что-то делать, или туда, или сюда. И я внутри опять сказал,
Все, я больше не буду слушать, все. Я не могу, приду Богу, буду слушать, сейчас нет, я просто отверзал. И когда я послушал это свидетельство Андрея, у меня Бог коснулся, я так как-то с ним пообщался, я заплакал. И я даже, ну все, думаю, может когда-то покаяться. Потом буквально, опять открываю интернет, смотрю там, регистрация мужской энкаунтер. И меньше суток оставалось до конца регистрации. И какое-то такое решение, знаете, а то надо сделать, то там надо обмануть, там еще что-то, ну куча всяких, ну, дел. А я думаю, как-то такое решение пришло, я говорю, все, я откину все. Господи, я мозги свои отключаю, я надеюсь на тебя, веди меня. А знаете, внутри так себя проявляю, никаких чувств, никакого Бога, а потом, хоба, Бог чувствует, он как-то, ну, приходит, ну, знаете, главное решение принял. Я позвонил, там все, я приезжаю, потом пошел еще выпил бутылочку пива с репкой, а остальные шесть бутылок вылил в большую миску, Хеннекен, и так вылил потом в умывальник это все. Я решил просто, ну просто от Бога такая пришла какая-то, ну решение, все, я сейчас должен, вот сейчас я должен идти, понимаете. И я боялся идти, потому что... Судя по тому, что мне Бог открывал, то, что я слушал, я боялся прийти к Богу еще по той причине. Бог начал мне открывать, что Он пострадал за нас, да, и мы должны тоже нести раны. И Он, то есть Он открывал мне то, что мы будем хоть наступать дьяволу на голову, да, но будет нас все-таки жалить пяту. И Он открывал мне про израильский народ. Что такое быть, ну, Божьим народом или вообще Божьим человеком? Это неприятно вообще по плоти. Потому что дьявол будет приходить и жалить, Знаете, я не мог решиться, как это, с комфорта выйти, всего этого. Мне было трудно это решиться. Но в этой ночи просто я где-то после midnight я зарегистрировался на энкаунтер. Я решил приехать на этот энкаунтер. И знаете, я получил то, что я ожидал, я стал глубже. Я стал шире, я чувствую внутри себя свободным. И, ну, вообще, слава Богу, знаете. И как я только решил ехать на энкаунтер, Бог мне через жену, он много ей дает слово четкое и сны открывает вообще. Не только мне, для церкви вообще, она имеет такой дар. Как только я решил, ей три сна снится про меня. Я коротко расскажу. Первый сон. Ей снится, что я в большом-большом небоскребе, да, я себе там нахожусь, и вдруг ни с того ни с сего, я говорю, бежим, землетрясение, она так оборачивается, и ничего не происходит, никого не, ничего не трусит. Но, а у меня было такое сверхъестественное, как бы, ну, чувство, что сейчас надо выбегать, понимаете, так и получилось. И мы с ней начали бежать, и встретили человека, и мы спрашиваем, куда она бежает. И он говорит, бежим, бегите за нами. И мы начали вроде вниз спускаться, а потом говорит, я смотрю, она мне говорит, мы бежим вверх. И этот человек разбегается и так прямо через небоскреба в окно выпрыгивает. Понимаете, там нету другого здания, другой крыши, а просто улица с небоскреба. И жена так, она как бы впереди бежит, но она часто снится, как Иисус со мной, знаете. И она так смотрит, так, там же ничего нет, нету другой крыши, там просто небоскреб и улица, понимаете, все, по-человечески ты разбился. И она так еще больше меня хватает за руку, потому что она знает, если я задумаюсь, я не прыгну. И она первая вылетает, и я тоже в это в окно вылетаю, и все, и говорит, мы летим, короче, мы спаслись. Мы приземляемся на землю, я еще такой, а в этом все, в ощущении, так стоим в обнимку. И вокруг нас много черных людей. Там было, говорят, ну, пару белых, но в основном черные. И они все идут и толкают меня, и толкают нас. Она говорит, я так вижу, что они меня не толкают, а тебя толкают, я им нужен. И все так нахуй, знаете, так плечом так толкают. А еще под этим с ней обнялся, так стою, так хорошо. А потом она говорит, вдруг я понял всю эту ситуацию. Говорит, я только так встал. Говорит, пока как ты только выпрямился, говорит, все эти черные стали тебе по пояс. Ну их очень много. Я так говорю к ним, ну что, побоксируемся?
погоняем футбол, она имела в виду не то, что футбол я буду с ним гонять, а что не были бы у меня вместо мячика, понимаете? И я говорю, как я только это сказал, как я выпрямился, и так без всякого страха. Она подумала, что если они даже маленькие попросят, ну накинутся на меня, они разорвут. Но когда я только это сказал, я говорю, их вот так, всех снесло. Еще один сон, второй я не понял, а третий сон. Бог даже мне показал, как меня религия встретит, когда я приеду. Я говорю, снизу, ну, мамка писается, сестры, ну так, знаете, дети верующих родителей, они знают, что я сейчас не верующий, типа, ну, не знаю, поехал, знают ли, поехал я на аккаунт или нет. Ну, короче, они сидят и такие озабоченные, ну, типа, ну, был не верующий, а тут покаялся, и такой верующий стал, да, это вообще, типа, мол, лучше долго не верующий. Ну, короче, я доволен, слава Богу. Слава Богу, да, пастора Андрея, за вас, команда, знаете, как-то, я не знаю, я пришел как свою семью. Я увидел, что можно двигаться, расти, ну не знаю, будьте благословенны. Меня зовут Валера, я с Кливленда прилетел, с Огайо. Прилетел, чтобы ближе узнать Бога, ну, познакомиться, можно сказать, и как подтвердить свое будущее. Я это получил по-любому, и, в принципе, да, мне очень хорошо. Слава Богу. Вам спасибо, команде, и всем привет. Здравствуйте, меня зовут Эдик, я из Канады, с братским советом приехал. И я третий раз на энкаунтер, первый раз в Германии был, второй раз в Канаде. И я приехал чисто за ведение здесь, сюда. Я понимаю, что чисто заведение не может приехать, надо освободиться от всякого. Надо очищать, надо камни убирать, надо это все, грязь, чтобы пройтись этот путь туда, где Бог дает ведение. Я понимаю, я как-то понял, говорю, да, Иисус, я говорю, пройду еще раз этот путь. Мне сколько, ко мне опять навалилось, нет, надо убрать. И я сказал, я буду это делать, но у меня цель была приехать сюда за ведением, чтобы цель получить в жизни, потому что я понял уже так 3-4 недели назад, что цели нет в жизни. Как-то как бы есть цель, да, ты хочешь помогать людям, но если ты не встретишься с Богом, как ты хочешь, ты не способен, ты говоришь людям Иисуса, а Иисусу рассказываешь, что ты его не встретил. Пастор Андрей, как он говорил, точно. Ты как ты можешь рассказывать о человеке, которого ты не встретил? Ты не можешь. Я говорю, я хочу. И сегодня сказал, Бог сказал, ты мой сын. Я говорю, спасибо тебе, я так обрадовался, я его сын. Я знаю, что я его сын. Я сейчас точно знаю, что я сын его. И за это я приехал. И потом последняя молитва была, мы молились. Поэтому я приехал сюда, я приехал за видение. Я иду к одному, молюсь. Ну, вроде нормально, классно, хорошо. За другому пошел, молюсь с ним, он за меня. Вроде тоже классно, там повалялся тоже даже. И это снесло конкретно. Я потом, я лежу и говорю, Бог. И он мне говорит, что тебе, я дам тебе ведение. Вот так он говорит, я дам тебе цель и ведение. Но не сейчас. Я дам тебе цель и ведение, но это будет для тебя очень трудно. Потому что я знаю меня, и Бог меня еще больше, лучше знает, чем я. Он знает, у меня было всегда, чтобы достигать чего-нибудь, охота тебе, неохота, не знаю, может, вроде охота, вроде нет, вот так вот все было в жизни у меня. И, ну, пару вещей только, ну как, жениться, жена, это была у меня цель, я ее достиг, все, хорошо. Это была конкретно у меня цель, я молился за это, постился, молился, делал. И в этом видел Бог мне сердце, подарил мне очень прекрасную жену, которая молится за меня, которая молилась за меня, вымаривала меня полностью у Бога, чтобы я покаялся, чтобы я пошел и в славе Его находился. И я это хотел просто. Я это хотел. И слава Богу, я получил ответ от Бога. И ответ, ну не тот, который я мечтал себе, но я получил ответ. И это самое классное для меня.
И благодарю вас, команда, что вы такие открытые, можно подойти к вам, с каждому еще раз, и они стоят, нет, берут тебя и молятся за тобой, это просто класс. Спасибо. Здравствуйте, меня зовут Алис, родом я с Литвы, живу в Великобритании. Андрея слушаю уже 3 года. Как начал слушать, пошел в церкви сразу. Ну, я не ментально, просто устал. И под тем скальпелем этого слова я уже 3 года и сюда ехал как бы на медкомиссию. Перед большой работой, и как бы ведение у меня Бог уже вложил, и я имею его в сердце. Это чудес, я не ожидал, так как перед отъездом я получил слово с Писания от Луки, что радуйтесь не то, что духи вам подчиняются, а то, что ваше имя записано в книге на небе, так что я знал, что я еду получить от Бога благословение, и что сила Его будет правосуждать меня. Спасибо вам, команда, спасибо, Андрей. Так держать. Меня зовут Николай, я из Селома. Селомори. Ну, перед инкаунтером, значит, все меня, ну, там некоторые люди меня спрашивали, зачем мне это нужно, ну, в обычной церкви. Вот. И я всем отвечал, что я хочу быть там, где есть плод просто. Вот. Если его нет, то до меня и плод там, собственно. Вот. И я, ну, таким образом, в общем, я определял все ненужные разговоры, в общем, вокруг этого дела. Вот. И, ну, сюда я ехал за жаждой. Вот. Просто в какой-то момент я понял, что Господь мне необходим, мне нужна жажда. Вот. И я ее получил. Я ее получил. Вы знаете, и я хочу так сказать, что второй энкаунтер начнется, наверное, как раз после этого энкаунтера. Вот. И там надо выстоять. И я хочу у Господа попросить, чтобы Он дал мне сил, утвердил меня, чтобы я каким-то образом был ведомым им в этой битве. Потому что, конечно, очень важно устоять. Спасибо. Спасибо вам, команда. Спасибо, Андрей. Ребята, если вы из цели, пишу. Меня зовут Виталий, я из Массачусетса. Начать энкаунтера, как я узнал, моя сестра сказала. Она передала мне ее, эту инкаунту. Я такой, инкаунту, что там, инкаунту. Когда она мне лист дала, что попало. Я посмотрел, даже не досмотрел, плакал, паузу поставил, плакал. Позвонил, назначали встречу с Богом, туда-сюда, бум, все готово. И как туда было, я хотел видать мой смысл жизни, для чего я живу. Ну, молились туда-сюда, ничего не дал, был мне дух, который мне говорил, что не сейчас и не сегодня, мне попозже все ждет. Я понял, что. А насчет института поселения, я работал, и я проколол себе вену, и маленькую вену, и кровь высыпалась, выходила кровь. Я, ну, залечили, все. А у меня ладони, это, немело все время, ну, после этого, как вена плохая была. И тут за меня помолились, тут вена, это перестала неметь. Я нормально, хлопот лучше стал. Аллилуйя. Слава Богу. Спасибо вам всем. Всем привет. Я приехал со Сприфилда, возле Бостона, недалеко. Вас я узнал через интернет. Первый раз это моя жена Вика вышла на интернет и узнала и начала слушать эти передачи. Андрея Шиповалова. Ну, я так тоже слушал, но не часто. И она больше слушала. Она вот была на последнем вашем женском энкаунтере. Приехала такая радостная. Вообще я ее не узнаю.
веселая, она там в депрессии ходила такая. Для меня это было вообще, думаю, плоды хорошие такие, ну надо ехать. Ну, начинаю спрашивать там у людей, там, у одного, как там, ну, как вы относитесь к Шиповалову, ну, с ним зашел, а там, вроде с харизматической такой церкви, такой продвинутой, как, ну, а и смеется, говорит, а вообще ты не знаешь, что такое Шиповал, это вообще заблудший человек, даже не прикасайся, не слушай его, о чем он говорит. Вообще это такой, это полностью человек, который идет не туда, куда надо. Но я как знаю немножко, она вообще судит всех людей, судит всех людей, ну, это что это, надо ехать. Захожу такой, бабулька такая, ну, где-то 80 лет. Бабушка приходит, давай, как у тебя дела, молится за тебя. Спрашивает, все такая, ну, полная любви. А я, говорит, этого парня, говорит, слушаю, вообще, говорит, такой, он говорит, правда. Вот это, я понял, все понял, да. И моя жена купила билет, все сделала, сын, говорит, тебе, Роман, надо ехать. Вообще, ты, говорит, съездишь и получишь вообще то, что надо. И я вообще благодарен Богу за вас всех, за Андрея, пастырь. Просто я получил здесь освобождение от моих ран, от моей, ну, как, болезни физической и душевной, духовной. И я просто, ну, получил такой мир, я стал смелым человеком, и я буду так двигаться, потому что я чувствовал и понимал, что я трус по себе, но трус Бог ненавидит вообще. Это самое милое дело, я сейчас смелый человек, я просто буду делать то, что хочет от меня Бог. Я просто, это мое желание вообще, чтобы Бог показал моей жизни цель, предназначение, как помогать людям, которые вокруг меня, в моей эре. И мы сейчас стали думать делать чеки с женой. Мы молимся за это, приходят к нам, только мы начали по средам это делать. Спасибо вам, что вы работали, помогали. Спасибо, Андрей. Все. Меня зовут Василий. Я сам из Мачусетса. Я хочу сказать, что я попал в нужное место. Вот. Как я узнал, это я сейчас осознаю. Я не понимал, что я делаю. Я попал в нужное место. Вот. И я мало знаю Шиповалова, так пару про людей слышал и не обращаю, но что меня сюда привело, как бы я сам не хотел. Но слава Богу, что у меня жена такая настойчивая, она мне все время энкаунтер, я уже проходил его там, в России. Она тоже проходила, он говорит, ну, пойдем вместе, пойдем, я без себя не хочу, пойдем. Я говорю, чушь, иди, все, у меня уже раздражать начинает. Я говорю, иди, я тебя благословляю. Я пока не чувствую ничего, я все, иди. И потом говорят, что будет... Я вообще даже не думал, все так быстро, неожиданно. И я только вот, вроде сказали, что там кто-то не едет. Я говорю, ну, если воля может быть, я поеду. Я, в общем-то, не горел желания. Ну, потом я прихожу, что-то я отучился, прихожу, жена говорит, ты едешь, я, ох. Все, есть билет, и все. Ну ладно, все. Слава Богу, я очень, братья, рад за то, что я побыл здесь. Я просто, Бог утвердил меня, Бог укрепил меня. Я получил как бы внутреннее такое подтверждение, то, что дьявол, ты во мне ничего не имеешь. Я получил дерзновение и силу, и откровение. То, что я переживал, и слово еще получил там, я не знаю, для чего оно дошло. И я понимаю, что это сейчас люди, чтущие своего Бога, усилятся и будут действовать. Вот. И я благодарю Бога за то, что Он меня здесь просто так наполнял. И благодарю за братьев, которые молились и постились. Я не постился, я говорю, Господи. Все, я такой, как и есть, еду туда, ты все делаешь, со мной что хочешь. Я говорю, выворачивай меня наизнанку, Господи, я не хочу здесь уехать с чем-то
таким, которые, чтобы там внутри что-то осталось, и говорю, выверни все меня, всего, наизнанку, чтобы я действительно мог с дерзновением молиться, возлагать руки, делать то, что Иисус делал, вот, и чтобы им какие-то даже мысли там нехороших не было. Я благодарю Бога за то, что вот, побыл здесь, я увидел, я говорю, Господи, я просто, когда был в своей церкви, я внутри, я так не удовлетворен, я просто говорю, Господь, это не, это, я не хочу этого, я что-то больше хочу, Господь. И слава Богу, Господь показал вот это, что-то такое необыкновенное, служение в духе, и действительно здесь просто освояйся, в Боге, я еще раз пережил эту встречу с Богом, и я верю, что Господь будет дальше двигать меня и будет делать через меня, я буду стараться Богу отдаваться, чтобы Господь делал великие чудеса, просто дьявола, просто не давать ему места. Вот. Пусть Бог благословит братья вас очень сильно, не унывайте больше. Пусть еще сюда просто дополняет все этот дом, чтобы место с ним, чтобы вы трудились по славу Господа. Аминь. Вот. Меня зовут Сергей, голос нет, я приехал с Сибири, из России. Ну, Андрей, я давно считаю своим пастором, вот, потому что я 3 года назад начал ходить как бы, в церковь протестантскую. До этого я был типа православный. Вот. Значит, пришел в церковь, то есть в младенчестве все очень классно, все здорово, мне нравилось. Но потом на CNL, когда еще Андрея не запретили, там, показывали его, и мне было страшно, это было непонятно, мне было очень интересно слушать. Вот. Потом я нанял как бы сайт, вот, начал как бы слушать проповеди так, выборочно. Вот. И была ситуация, когда, значит, мне показалось, что проповеди Андрея меня немножко раскачивают не в сторону моей церкви. То есть я как-то стал не очень любить свою церковь, но, наверное, что-то как-то не от Бога. И не стал служить. Вот. И время шло, я пошел в служение в церкви, то есть у меня все чувствовал, что-то внутри, что не хватает чего-то, но я просто как смиренный. То есть на служение, так на служение. И в самом начале я получил просто сон. Точно от Бога, потому что я сам вообще плохо помню эту трассу. До сих пор его помню, сейчас могу рассказать, Бог не всегда напомнил. Я служил в Морской пехоте, писал в штурмовом батальоне, и когда-то, то есть вот, там у нас был комбат, ну комбат, сами знаете, то есть это должен быть офицер, я сержант, и вдруг я опять попадаю как будто бы в батальон, сидят все, те, кто со мной служили, и все такие, Серега, ты знаешь, что ты комбат? Я говорю, в смысле комбат? Как комбат? Я говорю, я сержант, я не могу быть комбатом. Он говорит, нет, ты комбат. Я говорю, да ладно. Ну и тут раз построение, то есть все выбегают на построение, которые раз, они такие, не, подожди, тебе нельзя, ты еще не в форме. Я смотрю на себя, я в гражданке. То есть все в форме военной, я в гражданке. Он говорит, когда форму типа получишь, вот тогда пойдешь с нами. Ну все, вот на этом сон как бы закончился, я потом понял, что как бы Господь меня реально призывает служить в своей армии, то есть я просто должен получить определенную форму. Ну и время идет, проповеди слушаю, прихожу и начинаю понимать, что я прихожу просто на светские посиделки. То есть, как бы. Но я такой немножко наглый, то есть я, когда ячейка паста начала образовываться, я ячейку организовал, я сразу к нему подбежал, я говорю, я хочу быть в своей ячейке, потому что он там образован, это образование, кандидат в философских науках, по религиозной защите. Интересно очень, на самом деле. Вот. И ходя на эту ячейку, то есть я понимаю, что ну, как, манка, мяса нет. То есть я как бы что-то, ну, вроде все здорово, все хорошо, а я как бойцовская собака, то есть я не должен есть другое. То есть у меня сил нет, то есть хватает бороться с грехом. То есть сейчас спокойно могу говорить, Бог нас освободил от порнографии, от анонизма, от всего, все, что есть, вся гадость. И благодаря проповедям Андрея, потому что когда я начал слушать его проповеди, Бог меня начал побуждать к постам многодневным, то есть я в своей жизни никогда не постился. Я постился в православии, но там что там, все равно траву можно есть и так далее. А тут вообще как бы начал поститься, и Бог настолько наполнял по неделям, то есть как бы не по неделям постился. И когда он говорил, что мои служители, ну в церкви служители
минимум по 15 дней в месяц постятся, то есть для меня это был вызов, я говорю, Господи, тоже хочу попоститься долго, чтобы получать от тебя какие-то откровения. И все, и в общем долго могу рассказывать, но при этом, когда один раз ситуация получилась, что я ехал с ребятами абсолютно неверующими, и у меня как это, знаете, я немножко стеснялся, все равно, то есть я слушал Андрея, но как-то... И тут у меня машина что-то заглохла, мы все, вышли, извиняюсь, там, правильно жду, то есть я сажусь, машину завожу, на паузе был диск, и просто раз его Андрей как заорет, они такие, ну что это такое? Я говорю, да проповеди, да это слушай, я говорю, так а что, вы же, ну да, это что-то это самое интересное же. Короче, в оконцовке проповеди они вот с такими крокодильными слезами, они, и мы не понимаем, что происходит. Я говорю, это ребята, это совершенно осталось. Вот, один уехал в Омск, мне потом по скайпу писал такие вещи, говорит, Серега, просто благодаря тому, что ты показал проповедь, ну, я потом наскачивал проповеди, говорит, я просто столько получаю, столько ответов, я никогда в жизни вообще не знал эти вещи, то есть я там, я его там отправил в какую-то церковь, дальше не знаю, что с ним происходит, вот, не общаюсь как бы так близко, но, значит, и когда, самое интересное, когда я сюда приехал, то есть, я зарегистрировался на аккаунт, да, ну, в смысле как, то есть, я написал, что я приеду, то есть, имейте меня в виду, начал визу получать, у меня очень большие долги, и мне нереально приехать сюда, вот, просто нереально, вот, и когда я с Верой просто поехал, значит, получил эту визу, тоже очень четко, быстро, вообще, махали. Вот, и там еще 2 месяца, то есть, был аккаунта, и у меня как бы нету, то есть, деньги приходят и уходят. Я говорю, ну, Господь, что делать-то вообще, то есть, может быть, это на самом деле, мне не надо сейчас ехать, может, в сентябре поеду, там, еще что-то. И последняя точка была, когда на последней проповеди, перед поездкой, пастор выходит и говорит, что что-то про Голикова, есть такая Голикова, то есть, у нас в России, ну, такая русская жизнь моя, очень хорошая женщина, она приезжала к нам. Он там предупреждает, что вот у него книга хорошая, но она обращается на каких-то авторов, не читайте. И про Шаповалова тоже хочу вам сказать. И знаете, когда он это начал говорить, если я не до этого спрашивал меня, он говорит, да, он слишком крутой для меня, как бы. Ну, так с сарказмом с таким. Я такой, ну, окей, ладно. Вот. И он когда вышел на сцену и говорит, что Шаповалова не слушайте, потому что не Боже, как бы сцену, значит, сцену для того, чтобы славить Бога, типа того, что не порочить там пасторов и так далее. У меня, знаете, такая боль в сердце была, я даже себе представить не могу, у меня слезы брызнули, я говорю, Господь, я больше этой церкви не хочу находиться. Потому что я четко понял, что вот в тот момент он осудил помазанника, а Андрей в своих проповедях, он никого, ну, просто, он, я знаю, что он не слушал ни одной проповеди, ни одной, он просто послушал чье-то мнение. А я тотально за последний год, я начал с 2005 года, каждую проповедь, я по 5-6 проповедей слушал. Я просто понял, что ни в одной проповеди нет ни одного имени, ни одного, то есть он никого не осудил, то есть он реально воюет с духом религии просто, и все. И все, я вышел, мне он говорит, посмотри, ты меня чувствовал, она с детьми на улице была. Я говорю, все, короче, мы в церковь больше не ходим. Она такая, а как так? И все, и мы до вечера, а у меня такой страх, знаете, то есть я говорю, как, где мне церковь? То есть трансформационного центра нету здесь, что мне делать? И у меня такой внутри, знаете, что ты переживаешь? Ты же каждое воскресенье вечером находишься в своей церкви, там Transformation Center, ты смотришь онлайн ее. У меня такая радость пришла, я говорю, Господи, спасибо, на самом деле, я же, вот, у меня церковь есть, то есть, и все. И я когда вышел, я говорю, вот теперь я точно пойду на аккаунт. Проходит еще несколько дней, мне звонят, там, одна ситуация, значит, я смело, как бы, получаю деньги, имею деньги, как бы, занимаю человека, потому что возникла ситуация, потом я смогу легко ему отдать. Покупаю билет, у меня там, ну, кто знает, такие глаза, как ты в Америку, куда ты, чего ты, ты же не выездной, у тебя там долги, налоги. Я говорю, все, Господь смотрит, увидите, что все. И то, точно я прихожу по этим приставам, мне дают бумажки, значит, я иду, плачу. Не хватает ровно денег на то, чтобы купить билет, заплатить за долги и еще взять с собой там $300-400, чтобы вот как бы жить, представляете? Я сейчас приеду, и то, что я получил здесь, я, во-первых, получил исцеление. То есть у меня позвоночник повреждён от спорта, то есть там и смещение, и остеохондроз, то есть я реально, я никогда, если честно, так верил, что кому-то, то есть, как вы сегодня рассказывали, что для кого-то, то есть для славы Божьей, где-то там, но не для меня, я-то что. Все тут бах, все, то есть я чувствую что-то, как будто это самое, ну, видимо, может, мостик потому, там все.
Вот. И самое главное, видение. То есть я, конечно, не хочу сказать, что я прям четко получил то, что я хотел, да, вот своим мышлением. Вот это должен делать. Но точно, что я получил победу, свободу от Бога, что он теперь меня будет вести, и он мне показал этот сон, опять напомнил, что помнишь, я тебе говорил. То есть это было видение уже тогда где-то заложено. Просто сейчас ты уже готов к этому. И вот сейчас я буду тебя вести в армию мою, и ты будешь это реально воевать под моим знанием, под моим началом. Вам спасибо большое, ребята, потому что такая любовь как бы от вас и такие молитвы. Я на самом деле, знаете, раньше когда молился, ну, в церкви, мне быстрее хотелось, то есть давай быстрее помолись, я пошел. Честно, я честно говорю, здесь мне просто уходить не хотелось, то есть мы сегодня на обед, я думаю, какой обед, мне хочется просто будет находиться, молиться, смеяться там. Просто, Андрей, спасибо тебе, я хочу тебя обнять, конечно, я понимаю, что много бы хотел людей тебя подойти и поблагодарить, но я все-таки это сделаю, думаю, завтра на стороне. Меня зовут Валерий. Смотрю тут все с братского совета, но я хочу по другой совет сказать. Посреднический. Я не знаю из истории, но немножко расскажу, как бы фундамент и почву, да, что я хочу сказать. Ну, с детства я не верующий. Семьи, ну я не верю, в семье никто не был тогда верующий. Никто не проповедовал. Я верующим стал как сам. Бог лично мне открылся. До этого я был металлистом, давно еще когда мне было. С 10 лет я пошли концертами, ходили, мечтали быть сатаной, такую колдовать, там, мечтать о всем, дьявольском. Я мечтал жить в кладбище, что я там рассказывал, под землей, ночью выходить в лифте. Пугать людей, это такое демоническое было детство. Жизнь кошмары, сны, вот эта вот гадость вся. Мне это нравилось. Я поклонялся другому Богу. Когда я танцевал, подметал, ну сейчас я по-другому танцую. Поклоняюсь Богу, ну тогда я вспоминаю примерно та же, знаешь, показываю, да, танцую в церквях. Такое было помазание, а потом этого, ну, демоническое. Это нам другое совсем приятное. Потом колония. Беззаконие. Потом мне приснился Бог во сне, что я его ищу, и я должен открыться. Я просил освободить меня от всего этого. Ну, потом с 22 года ты освободился, как прошло, потом коммунисты исчезли с земли, с этой пришел Ельцин к власти, так коротко получилось. Я хотел освободиться, я искал Бога, потом думаю, жениться надо. Ну, какая церковь, православная, пошел, нет. И подходит, баптисты, ну более-менее пойдет. Харизматических у нас не было, 50 метров тоже. Пошел, женился, думаю, семья, жена, верующая, как-то исправится, жизнь будет лучше. Хотел внутри лжи Бог. Проповедовал Евангелие, научили меня церковь 40 минут проповедовать, остановки, у меня получалось без проблем, Библию читал днями, ночами. Все это у меня в религиозном плане получалось. Мне это не устраивало. После каждого религиозного собрания я пошел догнаться. Не знаю, почему-то мне надо было внутри иметь чувство свободы, которое в религии не давалось. Но потом получилось так, приехал в Америку, хотя не хотел сюда ехать, так получилось, заставили. Но здесь он услышал первый раз другие церкви, харизматическая церковь. О, что-то есть новое, сейчас тут есть что-то более крутое, реальное. Туда, пару раз в одной церкви побыл, пару раз в другой побыл, пятидесятническая пару раз. Короче, побегал пару раз по церквам, понял, коротко и ясно, здесь мне делать нечего. Потом мне сказали, есть инкаунтер. Ну, жил, конечно, жизнь такой. Наркотики, порнография, в общем, все, что этот мир дает, я делал, потому что это моя жизнь. Понимаете, это жизнь. Ты не можешь жить церковью, если ты живешь с Богом, или ты живешь там. Это жизнь, это не просто раб, это жизнь. Слушай, ну это инкаунтер. А я был уже на инкаунтах раньше, 5 лет назад, ровно 5 лет назад, в мае как раз у меня был. Здесь инкаунтер, который в Калифорнии. Раз, по-моему, я еще помощником был, ну то не важно. У меня был корень. Этот корень, как сегодня сказал, я срезал внутри, каялся плодов. Все эти грехи, которые это мелочь, фактически это нужно узнать главный корень в жизни. То есть меня с детства что-то влекло. И
не знаю точно, что это, но это или дух отверженности, какой-то корень горечи. Я не знаю, какой-то сидел, какой-то стержень, и все через него проходило. Все желания и мысли перефильтровались, перекодировались через корень. Я чувствовал все вот здесь, в сердце, сидит что-то и перекодирует всю мою информацию. Все мои желания внутренние идут через этот корень. Он контролирует все. Я понял, что этим корнем ходил всю жизнь. Я избавлялся от пьянства, всяких наркотиков, курения. Фактически на меня это не действовало. В последнее время оно даже не действовало. Я пробовал все, и музыку слушал демоническую. Ничего не влияет на физике. Я хочу жизни. Ну, эти потери я прожил тоже. Кошмары надо. После каждого аккаунта я пытался, да, мне это понравилось. Это мое, это что-то лучшее. Это что-то новое, да, я когда искал, это классно. Но я думал, что после там люди все свободные, радуются, два месяца, а потом уходят и не радуются. А я сразу с пустынкам, это первая ночь, демоны, бесы, миллионы, я их бью в месяц один пошел, второй пошел, третий, пятый, десятый, двадцатый, сотый, так армии, армии, ну я их потом, в конце концов, не сдаюсь, потому что ты один, никого нет, с тобой жена против, дети маленькие, надо работать и воспитывать, куда ты идешь. В конце концов, все родственники религиозные, ну и, короче, медленно-медленно ты начинаешь отступать. И вот, жил я такой жизнью, работал на траке, 5 лет жил в траке, ездил пьяным, под наркотиками, счастье, ни один момент остановил, ничего не действовало на меня. Сколько раз аварии были, бутылки на голове бил, столбы пробивал железные, не знаю, как чудо, просто Бог покрыл все. Добивался пьяный, сколько раз с женой прорвался, она даже нагоняется отсюда, там она там, машина к водой крутится, тут она пропасть, раз осталась, раз осталась. Зимой зорки, сколько раз ездили, гора и снег идет, отсюда, конечно, я чудом разгоняюсь, по снежной длинной дороге на всего, по тормозам, по кофе, попью, льюз, раз, встал. Ну, я чувствую, что смерти нету, жить охота, то что делать? И вот просто начал жить своей жизнью. Господи, говорю, убей меня, я жить не хочу. И вот дай мне жизнь, или я уже на стенку лез, там уже не на руки, не действовали. Я уже просто сам 2 месяца не принимал перед инкаунтом, я просто на стенку залазил, Господи, убей, не хочу, не надоело все. И потом, 3 месяца назад, я еду в траке, там был последний день. И снится сон, огненный поезд. Летит с горы, и горит огнем, горит огнем. И пошел мимо меня и сорвал всю нас из земли. После своего этого шпалы поднимались вверх и взрывались. Я встаю, смотрю на поезд ушел. И так 3 месяца, я чуть-чуть проснулся, и это не просто сон, у меня миллионы снов. Картины идут днем и ночью. И сны мне постоянно что-то снится. Не бывает ночью без сна, вот что-то снится и все, уже и надоел с одной стороны. Вот бывает просто отдохнуть отсюда. Просится огненный поезд, я проснулся, я что-то, какое-то чувство и волосы дыбом стали. Не просто сон, а прошел огненный раскаленный состав и взорвал все на свой пути. И пошел вдаль. Тут какая-то сила меня поднимает и несет. И волосы говорят, я тебя несу. А куда? Не важно. Я лечу. Лечу, и меня переставило на... Примерно этот поезд должен долго ехать, проехать через всю землю. И меня поставлен был вперед этот поезд, как бы на месяц вперед. И я живу, и этот поезд как бы должен еще раз проехать, потому что он прошел, раз прошел, потом меня поставили еще туда. И я стою и чувствую, как поезд идет. И потому что раз он прошел, уже земля начала дрожать, камни, трясение, огонь. Я думаю, что это сон, я смотрю, сон проследует. А вот сейчас буквально вот сидел, у меня был голос. Мне там твой поезд ушел, но тебе там второй шанс. Поэтому я забронял за этого аккаунта, я не хотел сказать, ничего, ни аккаунта, ничего. Просто было уже перед тем побуждением, езжай. Да. Я уже кровью рыгал перед этим аккаунтом с работой, кровь. Куски крови, я не знаю, что такое. Такая попробовала сильно. Еле доехал сюда. Первый день вообще хотел
все это дело. Понимаю, ну что-то будет, что не будет. Уже не верил, фактически не вошло. Вот такое состояние находился. Такая вот жизненная история. Но сегодня, вчера я почувствовал, как начался спас освобождение. Вот мое время просто, наверное, в течение прошло. Не нужно было это пройти. Я как думаю, потому что я много понял в жизни. Бог меня освободил от этого корня. Все, что ты плодил, ты его наделал, это не освобождение. Все, что заходит в реальность, это корень. Корень это прежде всего обида, горечь и отвязанность. Это самые главные корни в жизни человека. Это с детства у меня было, там родители меня, короче, там хотели аборт сделать в 74-м году, когда я родился. Ну, в общем, такие вот дела. Ну все, я мне просто дал шанс. Второй раз еще, значит, все сначала. Поэтому я хочу воспользоваться этим шансом. Слава Богу. Меня зовут Александр, я из России приехал. Вообще первый раз в вашей церкви, там, на проповеди пастора. Я услышал, мне дал мой пастор, в ту церковь, которую я ходил раньше. А потом, как всегда, мне запретили. Но когда я первый раз услышал эту проповедь, я реально думал, что это мое. Мне как бы всегда хотелось чего-то большого, чего-то огромного. Я просто там не находил. И я потом сам стал как отвечать там проповеди полные там. И реально как бы свобода, она приходила в мой разум, в мою жизнь. И решил все-таки приехать сюда, приехать на НКВД. Если честно, ожидал реально чего-то такого большого, первый день я хожу, второй день там проходило освобождение, настолько корень непрощения в моем сердце было, мне казалось, что я простил, а на самом деле оно было. Потом раз на это освободился, и я думал, где Бог, где слава твоя, почему я сюда приехал, где это все. И последние вот эти две молитвы, меня внутри Царство Небесное насилие берется. Я к одному подошел служить, ко второму, третьему, четвертому. Реально меня так накрыло, как в Деяниях было написано. Я ходил пьяный. И когда молясь за ведение, мой разум еще не понимает, но реально понял, что мой дух что-то попало большое. И вот как пастор говорил, то есть мышцы растут, а суставы они еще не успевают. То есть мой разум еще не может этого понять. Но я реально почувствовал это в духе, как меня просто накрыло. Спасибо вам, команда, за то, что вы служили, и слава Богу. А еще хотел дополнить то, что я верю, что это еще будут свидетельства, будут какие-то чудеса, потому что то есть Царство Небесное, это как семя, когда попадает, начинает что-то делать. Аминь. Первое, что я хочу сказать, Христос умер и воскрес, что жил ты и я. Меня брат Виктор, я с Фортуна, с Ванкувера. Я сюда попал, меня сюда привел Бог чудесными путями. Я готовился к этому энкаунтру, и я пережил здесь много чего хорошего в сердце своем. Я имею свободу в сердце своем. И то, что было в моей жизни, я отрекся здесь, и я получаю освобождение в этом месте, получил освобождение в этом месте, и теперь я начинаю свою жизнь с чистого листа. Спасибо.